Мы продолжаем играть во FNAF. Сейчас я хочу попробовать немножко сойти с ума. Давайте, во-первых, пройдем вентиляцию. Вентиляция классная тема. Я на них срался безумно. Потому что, когда ты первый раз играешь в вентиляцию, ты срешься как бы 100%, здесь без вариантов. Ну, короче, самое главное понять, что мы здесь короли. Здесь командуем мы и какие-то, сука, жалкие аниматроники. Нам не помеха. Мы здесь главные, мать. Welcome to Vet Repair. Фонарь включен. Все, раз будет от нас бегать из рук. Это из Lady Snight. Плюс это все-таки она. Perfect 72 degrees. Good job. See you next time. Как мы сюда вылезаем? Типа отсюда? Вот, это easy. На самом деле, это easy. Здесь ничего другого нет. Следующая вентиляция. Что-то круто. Реально. Следующая вентиляция просто писец. Нам вообще страшно и можно реально обосраться. Would you like to hear a funny fun fact? One of the previous development teams made a hilarious mistake, one that may or may not have resulted in an undesirable anomaly entering the game's code. Please accept that statement as our full legal disclaimer and absolution of responsibility and potential harm to you. Забавно. И вот Эннард. Эннард, сука, это самая мразистая мразь, которая здесь есть. Эннард просто сука. Это нужно принять, понять, простить. Блять. Не люблю эту вентиляцию, но нужно ее пройти. Я сейчас не пройду, сперва бью, потому что не хочу возвращаться к этой хрени. Не потому что страшно или там что-то еще, просто это долго. Welcome to Circus Babies Entertainment and Rental. It has been 0 days since... Сейчас мы вниз будем спускаться. И... Motion trigger. Breaker room. О, это sister location, сразу понятно. Там еще реально очень странно. Location. Нормально уже. Well done. Окей, сейчас это будет. Здесь тоже не будет Эндерда, а он плюс. Нет, здесь он промелькнет, но плюс. Thank you.
Это больше смешно, чем страшно. Блин. Все заново. Короче, не хочу это проходить долго. Кексик. Интересно, такое в реальной жизни повторяли вообще? Прикольный. А мышки-то нет. А, нет, есть мышка. Короче, ребят, не смотри сзади. А что сзади было? Блин, хотел посмотреть. Не смотри сзади. Что ты мне указываешь? Вау. А тут не безлимитные, типа? Эй, все? Закончились? Нет, не безлимитные. Пум-пум-пум. Я бы вообще прогулялся бы здесь, конечно, с удовольствием, но, к сожалению, у меня не такая большая комната, чтобы здесь гулять прям. И чтобы прям разгуливать. Но... Окей, понял, принял. Походить я здесь, в принципе, могу. О, конец мышки. Так, ладно. Хорошо. Кстати. А, понял. Можно даже, в принципе, вот так пройтись немножко. Обратно, чтобы удобнее было играть, встану сюда. Кстати, мусорки тоже что-то было, по-моему, если не ошибаюсь. Фига, Фреддика Фоксик большие, какая большая. Пам-пам-пам. Ладно, пошли. Здесь уже нечего делать, здесь, в принципе, скучно. Nightmare режим — это вообще капец. Вентиляция особенно. Просто даже первую не начал. Поехали. Фокс, твою мать. Начнем. Welcome back to Parts and Service. Foxy has been... Oh no. It looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new... Good job. Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder. Well done. The remaining chest fuses are located in drawers number 2 and number 4. Fix both fuses to continue. Good job. Retrieve Foxy's eye from drawer number 3. When Foxy's eye patch is fully open, place the eye back into his eye socket. Well done. This concludes all your parts and service tasks. Pirate Cove can now be reopened. Easy. Это было жестко. Вот сейчас мне что-нибудь должно пытаться сделать. Да, я, видимо, что-то не так сделал. Не пугай меня. Да, я, видимо, что-то не так сделал. Не тот глаз, что ли, ставил? Давайте начнем заново. Да, видимо, не тот глаз ставил. Welcome back to Parts and Service. Foxy has been out of commission. Oh no. It looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number 1 that matches Foxy's leg receptacle. To avoid bodily harm, wait for Foxy's legs to stop moving before... Сначала побежать на нас.
Ужас, ужас, как страшно вообще. Не знаю, что делать. Пугай. Перезапущу. Да, это помог. Welcome back. Oh no. It looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need good job. Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. Oh no. It looks like a former employee attempted to... Да, ну подожди, пока он двигается, мразюка, постоянно. Нет, чтобы встать на месте, чтобы нормально починил в Parton Service. Давай. Пум-пум-пум, давай. Welcome back to... Oh no. It looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number one that matches Foxy's leg receptacle. To avoid bodily harm, wait for Foxy's legs to stop moving before inserting the control fuse. Как уже чинить его. Ну, сейчас вспомню. Welcome back to Parton's... Oh no. It looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is good job. Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder. It is recommended that you keep an eye... Well done. The remaining chest fuses are located in drawers number 2 and number 4. Fix both fuses to continue. Так сделал-то, твою мать, я же поставил синий-синий. Ой, блядь. Welcome back to Parton's... Oh no, it looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. Good job. Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder, it is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. Oh no, it looks like a former employee attempted to repair Foxy's chest motor using an incorrect fuse. Carefully, remove the incorrect fuse from Foxy's chest and insert it into Foxy. Меня тоже начинает немножко бесить. Ты перезапускаешь 1000 лет просто. Вот это, блин, давай, быстрей. Мне же нет сил ждать тебя, мразь. Welcome back to Parton Servo. Oh no. It looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number one that matches Foxy's leg receptacle. To avoid bodily harm, wait for Foxy's legs to stop moving before inserting the control fuse. Good job. Foxy has regained control of his legs.
A gentle reminder, it is recommended that you keep an eye on Foxy at all. Well done. The remaining chest fuses are located in drawers number 2 and number 4. Fix both fuses to continue. Синий-синий-красный. Good job. Есть. Retrieve Foxy's eye from drawer number 3. When Foxy's eye patch is fully open, place the eye back into his eye socket. Well done. This concludes all your parts and service tasks. Pirate Cove can now be reopened. Во-вторых, там не видно, сразу жалко. Если бы она не, если бы он ее не ел, я бы внутри посмотрел. Мне интересно, что там. Там типа должны отсек для детей. Должен был быть. Так, ребятушка, начнем, короче, продолжим в следующем выпуске. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. А, нет. Давайте прослушаем кассеты, которые у нас есть. Тогда это будет более интересно. У нас есть 4 кассеты, давайте прослушаем все их. Могу первый трек взять? Hello. Hello? Can you hear me? Don't exit this room, okay? This isn't a mistake. This room isn't a mistake. I had to hide these logs away from the core gameplay files in a place that only a beta tester would look. And in a place where the files could be protected. I just really, really hope that the next development team finds this before the game is released to the public. This game has some kind of malicious code in it that we haven't been able to fully contain or even understand for that matter. We're over budget and out of time. But that's not the reason that we're shutting down. Listen, I have to keep this short so the file size will be small enough to fly under the radar. There are more. They may not be in order. I saw it for the first time today. There was a character, I couldn't make out who it was, standing at the end of the hall. I thought it was just bugged out, so I made a note of it and kept playing. But then it was looking in the window, and not like Chica or Bonnie would. It was like it was actually looking in the window, seeing what I was doing. I heard a pretty heated conversation this morning between Dale, our manager, and someone else on the line. It really feels like this project is in trouble, in no small part because of the lawsuit, I'm sure. There has to be a lawsuit, there's no way there isn't. It happened in this building just a few doors down from me. I think it's made worse by the fact that Jeremy tried to tell us something was wrong, but as a dev team, we all just saw it as a challenge to find what the problem was and fix it. Who could have known that? I have to go. Have you ever heard of a guillotine paper slicer? It sounds made up, but it's an actual piece of office equipment. I didn't even know we had one in the supply room. I guess they're more common at businesses that do a lot of graphic design work. I remember seeing one when I was still in school, and even then, I knew how dangerous it looked. I was always afraid of losing a finger. That seems so silly now. Jeremy used to do design work. I guess that's how he knew it was there. Вот так вот, ребятушки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был стример. Всем пока. Увидимся в следующей серии.